Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК. И сегодня мое утро началось крайне необычно. Я, короче, как обычно, захожу на толчок, беру в руки телефон, думаю, сейчас посмотрю, что там новенького. И тут я смотрю, выходит трейлер на две новые карты от Axel Bold. Я его посмотрел, и я был просто в шоке, потому что у меня нету слов от того, что вы увидите. Прямо сегодня, ребятки, вы увидите секреты пасхалки. Также сегодня я расскажу вам много всего интересного. Поэтому, пожалуйста, поставь лайк, если ты ждешь обновления, и подпишись на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.com – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Сразу говорю, не обращайте внимания на мое лицо, потому что оно запухшее, потому что я реально спал, я хотел дальше спать, но, ребята, видео само себя не запишет. Сразу, с начала данного видеоролика, у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая новость то, что карты обновят, они будут крутыми. Плохая новость то, что если вышел данный трейлер, это означает то, что обновление не будет завтра или послезавтра. Скорее всего, оно будет примерно через неделю. Минимум. Это как минимум. Ладно, ребятки, давайте смотреть дальше. Ой, какая-то приятная музыка, да? Зоны 9. Блин, вот обожаю. Вот та же самая музыка была в трейлере. Ну чё, смотрим дальше. Это, ребят, оригинальная Зона 9. Но посмотрите, как-то всё сильно серовато. Смотрим. Блин, иди сюда, малышка, ребята. Вот именно вот это мы ждем уже больше года. Вот именно эту карту мы ждем больше года, потому что ее убрали, сказали, якобы ее переделают. И сейчас мы посмотрим, что же переделывали целый год. Потому что год, ребята, это очень долго. Смотрим. Ну, неплохо. Так. Оригинал обновления. Изменение спавна КТ. Красавчики. Базара ноль, пацаны. Вау. Короче, убрали все эти беспонтовые, бесполезные бочки. И смотрите, добавили две машины. Подожди, насколько я помню, раньше была только одна машина. О-хо-хо-хо-хо. Добавили две машинки, ребят. Посмотрите, вон и там еще одна. Обалдеть, вот это крутяк. Ну что, смотрим дальше. Блин, ну определенно это заслуживает вашего лайка под это видео. Неплохо. Оригинал, обновление. Посмотрите, я смотрю, убрали. Короче, убрали все эти бесполезные декорации, убрали все эти бесполезные ящики. Ну, добавили дополнительный проход. Потому что, если вы не знали, многие подписчики и многие люди бомбили. Типа, какого хрена на Зоне 9 за команду спецназа играть в несколько раз выгоднее, чем за команду террористов? Я могу вас понять. Я тоже, ребята, хрен это пойми. Почему раньше всегда было выгоднее играть за команду террористов? Но разработчики нас услышали, и они это исправили. Потому что был очень большой дисбаланс. Если кто-то из вас не знает, и только по этой причине сделали дополнительный переход между точками А и Б, чтобы не было дисбаланса. Так, ну что же, смотрим. О, а вот это уже самое интересное. Вау. Так, я смотрю, вот тут есть лестница на второй этаж. Это тоже очень классно. Так, пацаны, смотрим. Смотрим и удивляемся, и вахаем вместе со мной. Вау, вах, конфетка. Блин, а я вот это место вообще не помню, его раньше не было даже. Обалдеть, слушайте, сколько всего нового добавили. Вроде бы одна карта, но ее полностью переделали. Я бы не знаю, я бы ее назвал бы не Зона 9, а Зона 10. Вау, просто, ребята, вахаем вместе со мной в чате, пишем вау. Обалдеть, круто. Так, ребятки, видим лифт. Ага, вместо лифта сделали проход. Ну, слушайте, круто. А, это еще дополнительный вход. То есть, получается, есть два дополнительных входа с А на Б. Вау, очень круто. Теперь, если раньше был имбаланс для команды спецназа, то сейчас имбаланс для команды террористов. Потому что просто посмотрите на вот это. Ну, у меня нету слов. Смотрим. Вау. Блин, я уже хочу тут побегать, всех помочить. Как же это классно. Вау, дополнительный выход к реактору. Да, очень круто, ребят. Блин, получается на реактор теперь три выхода? Нифига себе. Так реально теперь гораздо выгоднее играть с командой террористов. Ага, а сейчас мы, ребятки, видим обновленный выход с командой террористов. Я понял. То есть то мы видели с командой спецназа, теперь с командой террористов. Окей, смотрим, видим машину.
Вы ж помните вот этот момент. Именно вот этот момент стоит на скриншоте в Play Market. Больше нам ничего не показали, хотя я уверен, там есть что показать. Провинция, погнали смотреть. Еще одна измененная карта. Ох, ребята, ребята. Так, оригинал. Да, да, да. Да, ну это ж вообще новая карта. Не, вы шутите? Камон. Да ну. Да ну, ребята, блин, это обидка. Определенно, это очень большая обидка. Блин, я ж привык к старой карте. А где тут ныкаться? Хоть бы ящиков поставили побольше, посмотрите. Да ну, ребят. Я просто в шоке. Я даже не знаю, как комментировать. Я просто смотрю, и это новая карта. Но это не провинция, посмотрите на вот это. Это разве провинция? Да это вообще новая карта. Посмотрите на вот это хотя бы. Вау. Короче, ее расширили и добавили много новых мест. Это ковры. Это измененные ковры. Это винный погреб. Мало ли кто из вас гадает, это 100% винный погреб. Да, прикольно, да, круто, но как-то, ну смотри, тут добавили открытое пространство, не знаю, раньше были разные колонны, за которые можно было ныкаться, ну, не хватает чего-то, ребят, не хватает чего-то. Честно, я не знаю, как по мне, очень пустая карта, вот лично мое первое впечатление, очень пустая карта, нету мест, где можно прятаться и мочить противников. Так, ну, возможно, я ошибаюсь, я на это искренне надеюсь. Так, это Plant B. Ребятки, и опять же, смотрите, добавили ребра на Plant B. Это тоже очень круто, это тоже достойно вашего внимания. Но опять же, а почему такая открытая огромная местность? Где прятаться? За этими тремя ящиками или в ребрах сидеть? Где прятаться-то? Алло, ребят. Вау. Ну как по мне... Карта, конечно, хорошая, но я лично буду играть за команду спецназа, потому что если вы играете за команду террористов, вам просто негде даже прятаться, вам негде держать плент. Так, ну это место респауна террористов? Обновление. Короче, ребят, помните ворота на месте спавна террористов? Так вот, эти ворота сделали открытыми, и теперь через эти ворота можно обходить на пленты. Ну это круто, 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 круто. Не, вот за это реально респект. То, что теперь есть дополнительные выходы на плент. Ну. Так, оригинал. Да, это тот самый дополнительный вход. Блин, ха-ха. Обалдеть, как круто. Кстати, это не новый вход, это старый. Он же раньше был на карте провинции, просто закрыли, насколько я помню. Походу, реально старый вход добавили, круто. Так, оригинал. Блин, я прошу, только не трогайте коняку, только не трогайте коняку, только не трогайте коняку. Нет, коняка, нет, нет. Блин, блин, просто хэштег верните коня. Ну как? Ну зачем нам эта бочка? Блин, ребят, обидно. Ну что ж, да, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, нравится ли вам обновление, и напишите пару слов, ждете ли вы его или нет. Ну а с вами был ваш покорный слуга Кента ПК, и я пошел дальше спать, потому что я уснул 3 часа ночи. Всем удачи, всем пока. А, поставь лайк и подпишись, не забудь.